Салем Дастар, это Каштанов. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на «Игру в кальмара», 4-я серия. Ребята, меня прямо захватил этот сериал. Жду с нетерпением, когда буду приступать к следующей записи. Вот у нас уже 4-я серия. Их, по-моему, всего 9 или 10. Так что мы практически достигли экватора. Ну и самое интересное, я думаю, только начинается. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. И впереди нас ждут еще много реакций на этот удивительный сериал. Не побоюсь этого слова. Ну, реально крутой. Чего уж тут лукавить. Так, ребят, ну все, давайте приступать к просмотру. Нас ждут впереди практически 50 минут. Час, целый час отличного кино, отличного сериала. Так что всем, кто сейчас кушает, а таких немало, я знаю, приятного аппетита. Смотрим. Так, в третьей серии у нас была игра. Ребята, вот они негодяи, как они так сделали, блин, на самом интересном, реально, на самом интересном месте серия закончилась, ну как так? Ну мы, конечно же, ну понимаем и догадываемся, что в итоге-то они выиграли. Блин, а, ребята, вот эта игра... Ну, казалось бы, да, обычное перетягивание канатов, что там может быть, ну, такое интересное. Да, кто-то сильнее, кто-то слабее, и сильный выигрывает, да, нам так казалось. А тут, оказывается, дело в тактике, тут надо думать. Блин, ребят, ну а, как вам сериал? Сериал вообще бомба, просто бомбовый. Реально держит в напряжении, и не знаешь каждую секунду, ну, ладно, каждую минуту, что будет впереди. Блин, вот это да, это прям какой-то такой глоток свежего воздуха в мире сериалов, вот так вот скажу, потому что до этого ничего подобного я не смотрел, хотя мне кто-то писал там в комментариях или какие-то я рецензии тоже читал, что ли, не помню, откуда я узнал эту информацию, но кто-то, короче, информация такая, что этот сериал похож на какие-то другие подобные сериалы, видать, ну, возможно, да, есть такое, но я до этого ничего такого не смотрел, и я вот подобного формата первый раз смотрю, и я просто в шоке, ребят, обалдеть. Да, ну, конечно, концовка просто обломала, с одной стороны обломала, а с другой стороны понимаешь, что 5-я серия будет просто огонь, она начнется с того, что они выиграют. Та команда должна упасть, да, по идее, ну, как бы резко назад завалиться. И они их просто волоком потащат, потому что, судя по всему, они просто не успеют встать. Ребята, вот это да, вообще просто очень круто. Так, ребят, ну давайте заканчивать с этой реакцией. Уже практически целый час. На этой неделе у меня еще будет фильм с реакцией. Фильм называется «Тарас». Он тоже будет выходить на этой платформе. Так что, ребята, еще раз хотел бы сказать спасибо всем тем, кто подписался. И всем тем, кто подписывается на эту платформу. Эти видео я не выставляю в YouTube. Они есть только здесь. И только у вас есть эксклюзивная возможность посмотреть мои реакции. Да, нас пока мало, но я надеюсь, все это будет как снежный комп, как снежный ком, просто набирать обороты. И также можете в комментариях написать, на какие еще сделать реакции. Может быть, есть какие-то у вас предпочтения. С удовольствием прочитаю, рассмотрю варианты. Так, все, давайте, ребята, всем пока. Спасибо за просмотр.